Уважаемые подписчики, сегодня мы отмечаем наступивший вчера день рождения знаменитого ученого, историка, человека, знакомством с которым я безмерно горжусь и уважаю которого, Евгений Метанович Понос. И Понос. Ну да, если коротко. Недавно совсем я отпраздновал свой прекраснейший день рождения. Я его праздновал в Ларгусе, потому что я уважаю родину и Путина. День рождения отпразднован за знаком, и сейчас я отдыхаю. Я люблю Михаила Круга, Шуфутинского. Мальчишка симпатичный, гигантный мозг. Вот. Песня очень такая заводная, мне прям хочется под нее подпевать. Так слушаешь ее и... Подпевать и подпускать, да? Да. О, блядь. Купила себе, значит, снеки такие, вот говяжьи, блядь. Вонючие, что пиздец, блядь. Вот такие куски, блядь, кусманичи прямо. Вот, блядь, что у меня отрыжка пошла. Очень вкусные, говяжьи. Ну, свинина прям пиздец пердёжная. Говядина не такая хорошая. Ты просто попробуй говядину. Но оцени, блядь, без вкуса. Послонее. Послонее, блядь. Ага. Типа со вкусом слона. Дорогие подписчики, сейчас я хочу поздравить знаменитого ученого, историка от лица всего нашего канала, нашего дружного сообщества, от редакции канала «Радио Пердеж» и вручить ему уникальную кастомизированную шайбу, какой ни у кого пока что нет. Я считаю, это действительно достойный и памятный подарок. Золотой. Мы обязательно наладим производство таких шайб. Будем делать очень много снюсов, чтобы у нас было очень много шайб. И подписчикам будем дарить в качестве подарков такие вот именно шайбы. На данный момент по нашему проекту у нас заложены только стикеры. Вот такие вот стикеры прекрасные. Эти данные наклейки тоже пойдут обязательно в подарок нашим подписчикам. За каждого принесенного подписчика вы сможете получить целую одну наклейку. Не знаю, может на Березряд наклеить наклейку? На туре, кстати. Ну, блядь, а как найдут телеграм-канал по этому? Да просто. Смотри, типа, я его вот так вот наклею, на зарядку поставлю, типа, прикинь, кто-нибудь возьмет этот перезаряд потом, а то вот это. Нюхни газку, знаешь, вместо перезаряда. Есть у тебя маркер? Ручка, маркер, что-нибудь что написать. Как у нас называется? ТБ-канал? Латиницей? Ну, в принципе, как его найти? Там t.me. Двоеточие. Два слэша. Какие слэша? Ну, вот так вот. Черточки наклоненные. Ну. Радио. По-английски? Ну, да, латиницей. Пердеж на конце J, то есть вот это вот с точкой. Ну, понял. У меня почерк такой охуительный, потому что я учусь в ПДС. И мне просто не приходилось держать ручку в руке. А, нет, приходилось, я когда вот меня задерживали весной. Мне это, конечно, расстаться автографы. Абсолютно незаконно и вероломно. Я там что-то оставил. А, мне не только пришлось, мне еще пришлось написать марку пива, которую я пил. Как мы с тобой тогда на Есенина 2. Афанасий 0,5. Литр вообще-то. А, ну да. 0,5. Заткнись. Это у тебя хамовники 0,5, блядь.
А почему так важно марка пива, интересно? Они статистику собирают или что? Да. Просто ради интереса. Я понимаю, зачем крепость, допустим, да, чтобы, ну, степень опьянения условно посчитать. А марка-то зачем, блядь? По приколу. Мотор! Я пил мотор! 3 литра, блядь! Был законно задержан, блядь, с 10 литрами мотора, блядь. В металла. Да, распивал публично и орал. Из каждой бутылки по очереди. Да. Ой. Я вот сейчас пизжу один снэк. Я свои собрал уже. О, все, заебись. Теперь на меня тоже дует. Нормальная тема. Оцените какую хуйню эту долбоёб купил. Что это за хуйня, блядь? Что это за залупа, блядь? Лучше тебе даже не знать, сколько она стоит. Сколько? Я не знаю. Чувак, за 60 тысяч можно купить Dyson, блядь. Климатическую систему, которая увлажняет, обеззараживает воздух, подавляет запах табачного дыма. И, блядь, еще можно пердеть и курить, блядь. Да. Кстати, ну, через... И убивает микробов. В течение 2 недель, и через 2 недели я либо оказываюсь на политехе, либо в дворке, либо на улице. Мне дали крайний срок, чтобы я съебался из дома 2 недели. Вот. В дальнейшем я остаюсь либо на улице, либо на политех, переезжаю с важным видом. А что тебе на политехе? Там нихуя нет. Им похуй, типа? Ну, мне купят диван. А, купят. И, блядь, получается, мне дадут там 4, одну тарелку, одну ложку, одну вилку. Ну, или, может, там несколько вилок. Дырявую ложку. Тарелку, блядь, тоже дырявую. Мне купят, получается, подставку под раковину. Ну, и оплатят все, типа, расходники на ремонт. Я знаю, что мы сейчас послушаем. Бля, я там не загораживаю камеру. Нет, ну себя видно. Йоу. Я хочу шансон. Шансон. Земфиру, блядь. Ты чё, ёбнут? Искала тебя с небритым лобком. То, что гоблина с Дементием слушали в машине, блядь. Бля, мы это тоже можем в машине слушать. Да. Дорожка мне вышла кривая. Куда-то. За всех, кто в лагере. Подруга по жизни. О, блядь. Евгений Митанович. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Крымского моста. Долбай, как вы считаете, долбай, какие меры должны предпринять российское руководство в ответ на такое выблядство? Я бы не хотел ядерную хуйню. Ядерная хуйня, она какая-то не очень безопасная. Это, знаете, как вот пердеж. Только пердеж, типа он за человеком тянется, а вот выхлоп ядерной хуйни, он неизвестно куда полетит. Но это такая сеть. Можно и самому задохнуться. Да, можно реально самому задохнуться от своего же говна. То есть ядерная тема, это вообще типа вот отклоняем, блядь, прям кресло не хотел бы поставить, чтобы ее не использовали. А так, ну бомбят, жалко, мирные люди, конечно, там есть, но вдруг, может, даже не долбоебы. Ну, что поделаешь, мост подорвали, пора помогать получать. Склонилась ель над могилой. Ты чё, блядь? Друзья, летите. У тебя в музыке по кайфу, блядь, где нахуй? Кайфу. Псковская порно, пук-пук. Выход Гарика Харламова и Тимура. Это что, блядь? Более конченые авантюры я еще не встречал. Блядь, я хотел, блядь, семейки. Я хотел в осеновой роще спокойно. Автобус, маршруточку. А вы знаете, блядь, я по Меге. А куда ты собирался-то, блядь? Я не собирался в Меге. Бля.
кровать. Походу ты переврал, братанчик. Она вертикальная. Я тебе отвечаю, мужик. Это вертикальная кровать. Она типа калом вертит или что? Нет, они вертикальные люди спят. Мы типа горизонтальные, блядь. Мы типа спим горизонтально, блядь. Есть вертикальные. Да? Да. И они спят на вертикальных полостях. Ладно. Бля. О, хайвай, это ты. И, друзья, в данный момент мы со знаменитым ученым и историком Епоносом находимся в замечательном ресторане, элитном. Да. Да. Мы хотели пойти в Мак, но получилось фарш. Фарш-Мак. Небольшая пауза. Они с хуесосом без огурца, по-моему. Бургеры с огурцом, да. Чтобы пердеть дальше, чем видим. Такие же маринованные, как раньше. Блядь, смотри, какая булочка пердящая. Как мой заказ. Ануса. Он воняет носками Жукова. Это дорблю. Каждый день долблю. Ваше мнение? Срочно, блядь. Тебе пакет можно дать? Че случилось? Чем жопу подтирать? А, вот это у вас жопа? Зачетная шняга. Перьё сейчас. А также конкурс, который условия которого мы объявим в конце следующей недели, также в качестве призового фонда имеет наклейку и одну кастомизированную вещь. Об этом позже на канале. Сколько смс? Сколько смс? Сколько смс? Похуй, 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 похуй. Сейчас! Похуй, 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 похуй. Олег Антонов. Похуй, 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 похуй. Недооцененный. Я считаю, это самый недооцененный трек 2020 года. Oh,